Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchSponsor, где мы продолжаем играть в Age of Wonders 4. В прошлой серии наш товарищ Аура Подис вплотную подошел к шпилю разложения, но я все-таки немножечко решил подождать, хотя, возможно, на следующий ход уже влетим. Также мы исследовали подземелье, нашли много интересных мест, вот, допустим, Золотые Врата. Но я боюсь, что нашим вот этим отрядом Золотые Врата взять не получится. Если получится, то с большими потерями. Кроме того, шипящую нору мы здесь взяли. Здесь, наверное, я вообще город нейтральный буду основывать, потому что очень интересное место. Еще и стены покопаем. Здесь, возможно, еще что-то интереснее найдется. Кстати говоря, может быть, покопаем прямо сейчас. Правда, оттуда какая-нибудь дичь может выскочить. Весьма-весьма сильная. Так, отсюда можно? Эх, чуть-чуть не дотянулся. Ну да, здесь уже не дотягиваемся. Ладно, здесь хотя бы раскопаем. Там, как правило, логово какие-нибудь могут появиться. Или ограда. В общем, посмотрим. Здесь пока тоже ждем. Шпиль разложения на самом деле очень интересно смотрится. Возможно, здесь имеет смысл даже новый город ставить. Потому что если я хочу магическую победу, все вот эти магические башни надо защищать. И если две из них более-менее на моей территории находятся, то шпиль разложения просто в жутких тылах, даже не в тылах, господи, каких тылах, это территория врага, по сути. Если вот эта мерзкая эльфийка, с которой у нас отношения уже минус 750, причем отношения очень несправедливые, ну, потому что я захватываю территорию рядом с ней. Где-то ее можно понять, но она сама виновата. Так, родственные души. Вассальный договор с ямой черепов нам нужен. Чудесно. Да, у нас здесь быстренько идет. Опа, нас кто-то обгонять, кстати, начал. Это эльфийка сюда так закинула? Вот это номер. Так, и что мне сделать, чтобы ее обогнать? Ну, конечно, можно будет влияние туда вливать. Это интересно. После уничтожения вторжения или завоевания свободного города... Но этого пока нам не светит. Вот тут, кстати, интересно, чтобы меньше маны тратить в бою. Можно, конечно, еще один шепчущий камень получить. Но что мне это даст? Не совсем понятно. Так, а что у меня новое это открылось? А, вот у меня новое открылось. Стоимость перемещения дружеских воинов в ваших владениях уменьшается на 2. Ой-ой-ой-ой, вот это красота, конечно. Вот это красота. Своим владением просто как у горелой будем носиться. Но я не знаю, просто нужно это мониторить и влияние сюда вливать. Явно не хочу эльфийке отдавать этот город. Так, интенсивный рост готов. Давай новые исследования, значит, выбирать. Так, ну что-нибудь из природы. Призыв рогатого бога, пробуждение леса. Лес удаляется, призывается армия животных и растений, подчиняющихся вам. Интересно. Улучшение провинции разрушаются. Все ваши воины здоровья восстанавливают. Все очки действий. И получают берсерк. Ух ты. И деградация. Можно в случайное животное первый тир превратить. Прикольно. Ну... Да, у природы нет прямого урона. Ну, не скажу, что мне сильно нравится на самом деле играть за природу. Ну, если уж начали играть, давайте продолжать. Распыляться не будем. Райские сады. Это что такое? Это ферма. Стабильность городу, трепещет за каждую провинцию слугами. Здесь... А, слугами. Блин, а я все уже лесом засажал. Ну ладно, давайте вот это выберем.
Избранник Геи. Выбранный народ получает благословение природы, а с ним следующие особенности. Тип растения, стойкость перед натиском, трик сопротивлению эффектам, 20 к здоровью. Ну, нет. Нет. Волшебное цветение. Выбранный... Так, вот, кстати, давайте починим золотое древнее чудо. 9 ходов. Плюс что-нибудь за... Так, Анура хладнокровная. Ну, здесь просто... Начнется движуха. Угу. Это она, кстати, здорово делает. Это она мне повод немножечко накидывает, что она по моей территории ходит. Ну и ты, собственно говоря, тем же самым занимаешься. Хотя здесь минус 269. Ой-ой-ой-ой. Он меня вообще терпеть не может. Ну да ладно. Так, раскопки. Золотишко, кстати. Добрый день. А жезл отравленных дротиков. На единичку больше золота стали получать. Так, что еще раскопаем? Да давай здесь раскопаем. Это, конечно, мы где-то даже неприятелю помогаем. Его территорию освобождаем. Залежи железа нашлись. Хм, интересно. А это где я вообще нахожусь сейчас? А, это под Кесбургом. Ну, сюда я вряд ли доберусь самостоятельно. Источник маны нашли. Еще... Ой, какой здесь город-то! Вы посмотрите, два источника маны. Обалдеть просто. Скелетон его охраняет. Ладно, еще копаем. Здесь город очень интересно получится. Только вот с этой дрянью как надо разобраться. 1400 силы. Здесь, скорее всего, автобитва. Да. Немножко просели, но ничего страшного. Еще один рог изобилия. Еще мана. Маны, кстати, у нас много. Так, у тебя, кажется, уже есть рог изобилия. Да, значит, другому герою выдадим. Кто у нас? Ну, Люцер вот относительно. Так, Люцер. Давайте ему рог изобилия, да и жезл отравленных дротиков тоже ему выдадим. Вот так вот. Побольше хпшки будут восстанавливать. Так, тебя, кажется, я вот сюда отправлял. Да, здесь мы армию создаем новую. Тебя тоже сюда. Варга сюда, нашего нового героя сюда. Еще единорога подцепил по дороге. Змеиная пещера. 746, ну, чисто теоретически, конечно, справимся. Блин, ну, конечно, такие тут отряды ходят. Отряды. Ну да, получается, это блуждающий отряд, но это не такое, не совсем вторжение. А если вторжение, то не на нашу территорию. Ну, короче, надо будет их за счет авторитета как-то прокачивать. Иначе эльфийка меня обгонит. А как-то резко улучшить отношения. Ну, тут заклинание, конечно, есть на улучшение отношений, но у меня его нет. Я потому что не исследовал. Вот, кстати, можно еще плюс стабильность взять. Ну ладно, я, наверное, копить пока буду. Буду пока копить. Так, змеиная пещера. Яма черепов расстроится, если я ее захвачу. Интересно, она расстроится? Прям вот расстроится или что? Сейчас 200. А, нарушение границ. Ну здорово. То есть то, что я по их земле хожу, они как бы не очень любят. Угу, блин. Благосклонность 20, отношение уважения. Этой 24 к эльфийке. Причем она начала после с ними взаимодействовать. Ну черт возьми, если я захвачу змеиную пещеру...
Она просто останется здесь стоять, и все, они дальше развиваться не смогут. Хотя они все равно не смогут развиваться дальше. В том плане, что они сами такие эти не захватывают точки. Ладно, не буду я ее брать, еще больше отношения испортим. Здесь победили, ману получили. Уровень повысили. Седьмого уровня ты, кстати. Скоро будет восьмой. Так, боевое умение, ближний бой, защита. Я тебе, кажется, все для луков, да, качал? Орлиный глаз, отравленное оружие, да. Здесь все для луков. Укротитель зверей. Можно, кстати, поддержку теперь покачать. Есть у него здесь парочка на развитие. А есть вожак стаи? Нет, вожака стаи надо брать. Вот это нормально. Теперь все у нас члены стаи стали. Больше с фланга урон наносит. Правда, по хпшке просели. Так. 10 уровень у тебя. Далее. Я тебя прокачивал в поддержку. Опытный командир плюс опыт. Координированная атака. Пример для подражания. Ну, кстати, пример для подражания интересно. Плюс 10 к стабильности города, это добавится. И плюс 20 к боевому духу в начале боя. Да, давайте сделаем. Так, она, кстати, губернатор Люцерна у нас. А Люцерна это что? Люцерна это вот. Да, кстати, неплохо добавилось. То здесь получается вообще ноль был. Сейчас в плюс ушло. Здорово. Договор разорван. Какой? Колдовская связь, ясно. Какой еще? Договор о признании прав. Понятно. Войнушка намечается, в общем. Строительство. Институт достроился. И можем нового жителя взять. Кстати, по поводу новых жителей. Через 8 ходов. Через 6 ходов. Через 9 ходов. Через 6 ходов. Через 4 хода. Если брать сейчас нового жителя дополнительного, то, конечно, нужно это делать прямо сейчас. Давайте возьму, почему нет. Бах. Второй раз нельзя же это будет взять. Нет, нельзя. И сразу куча райончиков у нас появилась. Так, что здесь строим? Для маны, наверное, надо ставить. Портал. Да, давайте я поставлю портал. Плюс кабан. 19 маны, ну такие они дорогие, а? Такие они дорогущие, эти юниты. Девятнадцать маны, это прям много. Может, конечно, сюда отправить. Хотя здесь паучок этот прокачается, говорящая с природой нужна. Еще один стек собирать. Ну, кстати, еще один стек мне может понадобиться. Поэтому может даже и не распускать сейчас войска, которые у нас появляются. Вечный покой, кстати, захваченный. Можно в их сторону сходить. Ага, только как раз неким идти в эти вечные покои. Ну как, нечем. Вот отряд есть. Сколько, 6 ходов они сюда будут идти. Они мне что дадут в вечные покои? Ману, знания. А, за каждого героя в склепе. Ну, может, тогда и не особо нужны они мне. Хотя, если война будет развиваться, то много там будет. И кто, кстати? Инквизитор. Неплохо выглядишь, инквизитор. Часовня Пантеона. М-м-м.
Ладно, давайте, может, отправлю все-таки этот отряд сюда. Ты тогда пока просто здесь дежуришь. Ну и пока они сюда идут, еще один житель у нас добавится, поэтому можно смело еще одну территорию занимать. Только какую? Ну, для бани. Что наш для ускорения? Каменоломня нужна. У меня ни одной, да? Ну, значит, давайте каменоломню втыкать. Ну, пускай будет каменоломня. Да ничего себе, это что такое? Это же обычный лес. Откуда паук четвертого тира здесь взялся? Откуда она взялась? Я, конечно, не против. Но, блин, она, кстати, элементалище. Это очень сильный юнит. Объективно очень сильный. Рекрут. Вот тебе рекрут. Куда же тебя отправить, рекрут? Так, а здесь у нас кто под землей? Здесь у нас яма черепов. Вот здесь вот можно было бы отправить, но чертова яма черепов захватывала все вот эти территории. Если мы будем помогать выносить вот эту дрянь, то они на нас обидятся. Потому что мы по их территории ходим. Поэтому как-то вот. Здесь вообще этому отряду. Вот сюда, что ли, надо будет прорубаться. Ну, посмотрим. Получится, не получится отсюда выйти. Так, радужный клевер получили. Это, конечно, прекрасно. Сиракур, школа волшебства. Пускай будет академия. Вообще не рассвет, что строим. Можно пантеон. Хотя нет, здесь, наверное, баня нужна. Так, ну еще провинция. Провинции, провинции. Здесь где-то я, кажется, соединять хотел, но не здесь. Лощина рассвета. Есть что-нибудь интересненькое-то здесь? Да нет, по сути, все интересное я уже позахватывал. Можно сюда вот пойти. Поджать, так сказать, нашего соседа, чтобы он сильно вперед не лез. Так, еще один паук. Давай сюда. Так, мы, кстати, еще одну область сразу можем присоединить. Ну, давайте вот здесь еще его прижмем. Вот уже каменоломней. Плюс варк. Давай сюда. Да, мана, конечно, просто улетает. Но мы сейчас пропускаем. То, что нам не очень интересно. Золотая башня. Золотая башня, золотая. Так. Мы же можем форпост удалить. Я про то, что не факт, что мне до шелкового лабиринта хватит дотянуться. Ладно, давайте лесопилку. Так, ну эту птицу мы точно распускаем. Не стоит она того. Так, здесь что берем? Ну, вот. Обалденная ферма есть. Ну и вот обалденная ферма. Здесь вообще 20. А здесь 14. Ну, 20, естественно, лучше, чем 14. То паучок первого тира распускаем. Так, все? Все. А здесь... Ну, есть вот золотишко интересное. А, нет, мне вот здесь вот надо сомкнуть. Нужен лес. Не лес, точнее, лесопилка нужна, чтобы дорога появилась. Нормально между нашими двумя регионами. Так, ну тебя, наверное, тоже распущу. Так, ну в мане, в принципе, в плюсе остались. Ладно, здесь вот еще эту птицу надо распустить. Да, давайте еще прям по армиям пробежимся. Что у нас где есть относительно бесполезное? Здесь можно виверну эту распустить.
Она, конечно, когда-нибудь прокачается в кого-нибудь, но сейчас она уже не нужна. Она у нас здесь была для того, чтобы мораль давать городу. Сейчас мораль уже здесь поддерживается кабаняхой. Ну ладно, в принципе, плюсы остались, не так все плохо. Так, ты, дружище, золотые врата. Блин, золотые врата тяжело будет брать. Очень тяжело, я бы даже сказал. Жди пока, наверное. Ауроподис, ауроподис, ауроподис. Ну, ауроподисам надо влетать. Не хочется, конечно, но надо. Так, ребят, прям один момент. Коту срочно понадобился соседнюю комнату. Через мгновение вернусь. Но это закон кота. Если в начале записи ему от вас ничего не нужно, то примерно в середине срочно понадобится вообще все. Ну ладно. Некогда этот оболевшийся шпиль служил резиденцией могущественному архимагу. Его архитектурный стиль явно напоминает постройки волшебников, принадлежащих к кругу Вечного Края. Некая могущественная сила давным-давно разрушила башню и погубила ее владельца. Однако развалина все еще светится от магической энергии. Так, будет давать нам кучу всего. Колдовская бомбардировка появится и доступ к костяному дракону. Блин, маны, конечно, мне прям миллиарды нужны. Очень много существ призванных. Очень много надо маны. Поэтому, не знаю, природа вот в чистом виде. Не то, что слаба, но, блин, тяжело. Надо, получается, еще за астрал делать вкрапление, чтобы мана было побольше. Так, рискованная битва. Ой-ой-ой. 1288 силы, вы входите в темный шпиль. Вы скоро понимаете, что здесь что-то не так. Не сходя с места, ваши воины внезапно переносят на другой конец коридора, затем вверх по лестнице. Телепортации будут понятны. Очевидно, что какая-то сила искажает внутреннее пространство башни, хаотично перемещая все, что находится внутри стен. Очень скоро воины оказываются разбросаны по всей башне. Внезапно прямо перед вами появляется заблудшие маги. Так, можно просто напасть, и будет смещение реальности. Раз-два хода телепортируемся. Можно 325 маны построить. И раз в три хода телепортация. Ну, не знаю, 325 маны. Маны, конечно, у меня есть сейчас. Но, блин, если бы это было просто отложено, точнее, отложено, вообще бы телепортации не было. Такой рандом, конечно. Да нет. Ой-ой-ой-ой. Блин, убийца магов здесь. Мимик. Я про то, что рандом, он что раз в два хода, что раз в три хода может навалить неприятностей. Поэтому вот эти 300 маны потраченных, я боюсь, что роли вообще никакой не сыграют. Так, ладно, первым делом надо убийцу магов убивать. И, наверное, знаете, что я сделаю? Я хочу сейчас дракона отправить максимально вперед. Никогда я в своем прохождении за дракон еще так не делал. Но надо. Так, и надо... Блин, а ты... Зажали дракошку. Ой, дракошку, господи, паучка нашего зажали, который другой паучков плодит. Поэтому пока ждем. Маги еще вот эти прям безумно неприятные. Вот очень неприятные. Они очень сильные. Так. Дракон. Может, конечно, по золоту им влепить. Может, кого-нибудь заморозим. Давай попробуем. Ни на кого не попало. А, нет, попало. Одного заморозил. Ничего себе. На одного рассеянного накинули. Тоже рассеянный. А здесь кровотечение. Ну, кровотечение, кстати, хорошо. У него здоровья не так много. Он сильно просадится. Так, ребят, одно мгновение. Ну, коту теперь срочно нужно было вернуться в эту комнату. Вот такая вот она, котская жизнь. Полна забот. То сюда пойди, то туда пойди. И все сам, все сам. Так, паучки.
Давайте вперед. Есть шанс, что эта дрянь Ой-ой-ой, знаете что? Мне кажется, нужно вот так вот здоровяками отойти. Хотя собачку можно чуть поближе подвести, она все равно бессмертная. Чтобы мимик не превратился ни в кого из больших юнитов. Так, телепортация. Телепортация. Тайфун какой-то. Ага, паука-вампир превратился. Ой, как дракону больно. Как дракону больно. Так. На 51. Ну, к слову, он же у нас еще один раз воскресает. А ты у нас, кажется, хилишь, да? Здесь можно паучками зарубиться. Здесь можно прям вообще влететь по-жесткому. Но здесь может и дракон по-жесткому влететь. Ему потом, правда, очень сильно достанется в ответ. Но, повторюсь, он нас разочек воскресает. С другой стороны, можно вот этого быстрее убивать. Тринадцать, двенадцать, десять, десять, тринадцать, двенадцать. Ладно, давай наш сюда. Ой, сопротивление яду как мало бьем. Ладно, атакуй. И вот так вот атакуй. Да, своего хилим. Рядом с атакованной целью. Собаку. Ну, собаку надо вот в магов прям загонять. Она должна отвлекать. 51, но здесь мало, да, я нанесу? Да. Ну, шанс сожрать его вообще нет, потому что он высокого уровня. Так, он на 15. А, я еще и первым ударю. На 15 он меня стукнет. Ну, ничего страшного. Есть безумие. Давайте, знаете, что я погибель магов как-нибудь вот так поведу. Паучок, паучок. Паучка на самом деле тоже надо вперед. Можно, кстати, сюда прыгнуть и вот этого паучка начать жрать. Но здесь по площади атак сейчас безумная какая-нибудь прилетит по нам. Это будет неприятно. Так, на нем... Блин, на мне горение. А здесь что, кровотечение на нем? Да, кровотечение... А у меня горение. Ну ладно, пока не горение. Так, удача воодушевления здесь пошла. Кого-то обездвижили. Так, астральный разлом. Это, кажется, призыв. Если я ничего не путаю. Собака втанковала, но это была задача собаки. Тайфун огненной дуги. Сейчас сделал. Я не помню. А, блин, призвал прям к богу. Ну ладно, тут вроде как не особо страшно. Ой, на 60. Убиваем практически. И мимика убиваем. Блин, этот не дает атаковать. Я, знаете, что хочу? Вот так хочу сделать, чтобы... А, только одного хилит. Блин, только одного. Ладно. Ну, хотя, ладно, хорошо, что вот этого. Потому что этот паучок, он и сам, в принципе, может захилиться. Ой-ой-ой, мелкие пауки до мага добежали. Это прекрасно. Да, он сам себе здоровье восстановил. Да чтоб тебя.
Ну, он слабоват, правда, бьет. Ну ладно. Кинуть здесь по золоту или нет? Есть, конечно, шанс всех заморозить. Да, давайте я кину по золоту. Подействовал по золоту на мага, который умер. Ну ладно. В принципе, здесь паучки могут стать приоритетной целью для врага. Но здесь вот неприятно. А, нет, он слабо бьет. Ну, относительно слабо, конечно. Да, а, это... А, нет, пока не ТПшки. Пока не ТПшки. Астральный разлом — это призыв. Электрический шторм — это по площади. Ай, блин, вот это неприятный, конечно, товарищ. Жирание разума не подействовало. Так, ну это бьют паука, который хилится. Да, этот паук хилится. Но сейчас мы должны убивать... Не убиваем, серьезно? А, нет, подожди, у меня тыловые пауки есть. Убиваем. Да, мы эту дрянь убиваем, и у нас сейчас захил здесь будет массовый. Массовый захил. А еще, кстати, вот такая штука есть. Тоже массовая. Блин, только паука надо спасти. Вот эту дрянь надо сразу убивать, потому что если его сразу не убить, он в инвиз уходит. Ну, не в инвиз, а в неуязвимость. Так, а у тебя, кстати, еще паутинка есть неплохая. Так, ну сейчас все надо очень грамотно сделать. Иначе есть шанс, уж извините за выражение, оподливиться. Поэтому все делаем аккуратно. Можем так вот ударить, но плохо, что у этого паука прыжка нет. Прыжок был бы очень кстати сейчас. Если мы им атакуем, мы потом отойти не сможем. Так, ладно, первым делом делаем то, что мы должны сделать гарантированно, а именно убиваем вот эту дрянь. Да, это очень сильно нам развязывает руки. Мы сейчас даже можем, знаете, что сделать? Очистительное пламя бахнуть вот сюда на троих. Убрать все дебафы. И очень сильно здоровье восстановить. Я так сделаю. Все, горение сняли. Кстати, что там с моралью? Ты себя там бафал. А, союзник погиб. Так, ну паучки такие уже более веселенькие. Вот интересно, может, конечно, застрелить. А, и здесь мы его снова выстрелим. У меня здоровья что-то мало, там 25 всего. Поэтому можно и без вот этой вспышки здесь убить. Да, ты... А, и оглушение сработало. Блин, ну ты 4-го тира, ну какого черта ты оглушился? Здесь просто можно будет пауком выскочить. Блин, тут все горит, конечно. Можно будет пауком выскочить и вот этого товарища зажать. Это тоже неплохой вариант. Ладно, я убиваю мимика. Да, боевой дух высокий. Можно сюда он кинуть. Или сюда. Ну, 57. То есть это сколько? 19 урона. Он выживет, негодяй. Да, получается, не того я убил. Надо было магом вот этого товарища убивать. 36 урона бьет. Но это во фланг. Так, конечно, мы его убиваем, но свой паук страдает.
Можешь, конечно, своего паука-то отвезти. А потом подвести. Да, я делаю вот так. Я делаю вот так. Обездвиженность не действует. Блин, ну здесь че загоните? Она еще один ход будет действовать. Ну, а если мы не будем прижимать, то маг просто нас расстреливать сейчас будет. Ладно, что у тебя там с телепортацией? Недоступна телепортация. Супер. То есть сильно отлететь он не сможет от нас. Ох, ладно. Да чтоб тебя, чертовы рывки. Болезнь какая-то на нас посыпалась. Электрический шторм. Ой, захилился. Могучие звери, чего? Какое иссушение? Какой могучий зверь иссушение? Он мне могучих зверей сушил? Ты вообще что ли? Это самое. Попутал. Так, ладно. Мне кажется, пришла пора для призыва всякой нечисти. Паука на этого товарища съели. Ауроподис. Ауроподис, ауроподис. Можно нежить призвать, поджать. Можно здесь пауком, кстати, в тылы запрыгнуть. Есть у тебя там телепортация? Нет пока. Ничего он сделать не сможет. Этим пауком, допустим, отсюда прижмем, этим пауком с тылу прижмем. И хилку сюда на все это добро кинем. Ладно, я хочу нежить. Я хочу нежить. Правда, в огонь что приходится призывать. Не, давай. Ну, давай, призывай. Так. Стреляющая нежить, это хорошо. Стреляющая. Так, паучок, тебе надо в тыл запрыгнуть. Прекрасно. Кусаешь его. Супер, слепота. Ты идешь, бьешь. Блин, надо сначала дебафы было снять, потом бить. О, ты, кстати, тоже немножко подхилишь. А я, знаете, что сделал? Я, наверное, вот эту нежить даже пойду танковать. Вот этого мега-мага. Ну... Я надеюсь, он сейчас ничего не сможет сделать. Телепортации нет, ничего нет. Не, ну точнее, сможет сделать, но... Хотя не факт. Нельзя использовать предел вражеской зоны контроля. То есть он это сделать не сможет. Он не выстрелит, не сможет ничего вообще, никак. В общем, бесполезный товарищ он сейчас. Да, мы еще хилим. И, наверное, я сейчас вот эту штучку еще сделаю. Она, конечно, безумно дорогая. Но пауков надо спасать. Горение снят, болезнь снят, здоровье фуловое. Призраки пошли вот так вот делать. Возможно, себя отвлекут этого мага, чтобы никакую дрянь не делал. О, отлично. Вообще супер. Красота. Да, этот маг просто умирает, получается. Огонь. И кусаем. Кусь, кусь, кусь. И слева тоже кусь. Супер, один маг сложился. Это прям очень хорошо. А здесь, получается, сам Ауроподис в атаку идет. Нежить, кстати, это мы еще воскресить разок сможем. Давай вот так и бахай. Минус мораль ему. Вопль банши не действует. Печально. Что не действует? Знаете чего? Я, наверное, погибель магов вот так вот поближе подведу. В том плане, что этот дрянь сейчас загрузит вот эту книжку свою. А он во вражеской зоне контроля, он не может.
наш маг хоть и не ближнего боя, но все равно зон контроль дает. Ну и здорово. Давай, настреливай. Паучары, кусайте. Ауроподис, тоже иди кусай. Ну и просто ждите. Сейчас ТПшка наступит. Нежить. Ой, как удачно. Прям к паучкам. Правда, паучки по голове получили, как не в себя. Ну ладно. Давай, Аэроподис. На 16 его. И паучки еще тоже хилятся. Так, не, вы ждете. Ну, это все, добиваем. Я не думаю, что он что-то страшное сможет сделать. Да, там дизмораль у него мощнейшая. Так, Аэроподис, добивай. Ну, слушайте, бой, на самом деле, мне кажется, пока что самый сложный из всех, что мы вот за это прохождение проходили. Еще 40 золота упало нам. Ну, действительно, очень сложно было. 1000 знаний отсыпалось. Починить золотое древнее чудо на 2 хода быстрее будет. А, ну 1000 знаний это, ну, 2,5 хода всего лишь. Ладно, вы одолели чудищ. А теперь по башне можно передвигаться без особого труда, хотя эффект искривления пространства никуда не делся. Ваши воины пытаются собрать книги ценности, которые то появляются, то исчезают. В это время вы поднимаетесь на вершину башни, туда, где эффект искривления проявляется сильнее всего. Видите тело волшебника, который телепортировался прямо в стену. Кажется, причиной всех бед стал неудачный магический эксперимент. Какой предмет вы возьмете, пока их все не унесло в астральное море? Так, мантия сумерек, это что такое? Поэтому воин на 40% сложнее попасть дистанционными магическими атаками. Пушка прикольная. Ой, пушка, броня прикольная, но на кого? В принципе, можно надеть на героя, который драконами командует. Можем 750 золота взять, а можем древнюю книгу взять. Книгу телепортации. Но это скорее нам просто заклинания доступные станут из книги телепортации. Ну, не совсем, наверное, это логично. Они, нам свои-то некогда исследовать, еще и книгу телепортации исследовать. Если бы она сразу вся открылась, вот это было бы интересно. Я так рисковать не хочу. Точнее, если все заклинания автоматом исследовались. Мантия сумерек. Мантия сумерек очень крутая. То есть лучники и маги нервно курят в стороне. А сундук с сокровищами — это развитие нашей империи. Давайте я, наверное, сундук с сокровищами возьму. 15 уровень. 15 уровень. Чего берем тебе, дружище? Ауроподис. Можешь, конечно, побольше защиты еще взять. Обостренное чувство 1. Потом будет обостренное чувство 2. Ну, кстати, всевидение тоже, наверное, неплохо. В том плане, что у меня сейчас в отряде нет юнита со всевидением. Смах хвостом на 42. Тоже интересно. ХПшечка. Ну, сейчас, грубо говоря, он вообще в нем влетел в самую гущу событий и выжил. Это плюс еще даже Анг Феникса не использовали мы. Поэтому не знаю, насколько это правильно. Инерция удара прикольно. Но у меня все вот эти перки, они все на 3 действия. То есть, если даже кого-то убьем, просто разочек еще кого-то куснуть сможем, и все. Можно эркетический поток взять под драконье дыхание, чтобы оно сильнее било. Как вариант. Мы все-таки им достаточно активно пользуемся. Да, давайте немножечко в магию пойдем. Военное дело. Так, а поддержку? Ну, поддержку хотя тоже интересно. А, поддержка — это хорошо. Все-таки юнит у меня достаточно сильный в армии. Ну, хотя тоже сильные. Те же вот плюс 10 здоровья какие-нибудь там юниту, у которого 150 здоровья, оно ему нафиг не надо.
Тренировка сил плюс 10%. Вот, ну, это может быть, да. Процентах. То есть, если бы здоровье прибавляло тоже процент от здоровья, было бы интереснее. Страж леса. Не всегда в лесах сражаемся. Хилочка. Ну, можно, кстати. Да, давайте, наверное, я в боевую магию пойду. Много перков магических. И хотя не факт, что у меня до ткача получится докачаться. 15 уровень. Здесь опыта надо просто уже космические какие. Хотя 27 всего. А вообще не космические. Так, получается, сейчас ждем. Восстанавливаемся и вот эту дрянь влетаем. Здесь как раз у нас аванпост построится. В общем, все красиво. Так. Паук 4-го тира. Угу. Ну, паук 4-го тира, кстати говоря, как раз у нас попадет в этот отряд, который сюда сейчас идет. Здесь вот мы перегруппируемся. Какая армия-то интересная получается. Можешь, конечно, в других армии послать, но недалеко. Можно сюда вот кого-нибудь отправить. Там тем более стеки не фуловые. Так, ну ладно. В принципе, время еще есть. Минус 800. Ну когда вы на меня уже нападете, а? 20, 18. Это я сейчас эти смотрю. Магия. 20. 20. Тут отъехали. У тебя сколько? 18 всего. У тебя 20. Ух ты, у тебя много, 23. Так, подождите, а у меня сколько? 16, 18, 22 всего. Ух ты. Она вторая, серьезно. Шлем воителя нашли. Плюс один к защите и атаке в ближнем бою наносит больше урона. Ух ты. Здорово. Это за вот эти, за руинки насыпают. Ваши владения вторглись. Пускай, пускай, я вообще не против. Пускай она портит отношения. Видите, минус 43. Ваше владение вторглись. Этот товарищ пускай тоже выравнивает. Хотя очень мало шансов, что здесь что-то выровняется. Но вообще уже обнаглел по моей территории. Просто безнаказанно бегает. Фокусирующие кристаллы. Серьезно? О, и сразу сосед прибежал. Разведчик. Фокусирующие кристаллы. Интересная штука. Ее, кстати, мы можем добыть. Здесь, правда, форпост товарища с нехилым отрядом. Ну ладно, у меня как бы посильнее отряд, но у него попрокачней. Ладно, я тогда иду сюда. Это куча опыта стоит, которую, естественно, надо забрать. Кузнечный камень. Да, здесь тоже территория-то интересная, но она слишком далеко от меня. Эта территория. Шпиль разложения она хочет. Ты с ума сошла, что ли? Так, переговоры прошли успешно, отлично. Плюс 15. Ну, я вынужден это делать, мне надо ее обгонять. Надо обгонять. Арканитовая руда. Она мне нужна, а мне вообще связующих колец вообще нет. Поэтому нет смысла пока все дело покупать. Залежи железа нашли, это замечательно. Это опять же таки опыт. Форпост. Форпост, форпост. Ну, лагерь рабочих надо ставить, чтобы шипящую нору присоединить. Залежи железа. Ну это опять же таки все зачищать надо. Получать опыт. А, давай. Автобитва. Без потерь, пожалуйста. Спасибо. Маска меткости. Принять награду. Так, подождите. Давайте героям немножко раздадим.
Так, Талия. У тебя новая шапка появилась. Плюс один к защите, еще плюс в ближнем бою урон будешь больше наносить. Супер. Маска отчаяния к такому ближнему бою отчаяние накладывается. Ну, кстати, тоже интересно. Так, маску меткости это целосу выдаем. Плюс к точности, чтобы не мазал он своими выстрелами. Люцерский талец. Но он обычно в ближнем бою не особо сражается. Коммун. То есть копьем. Ну да, наверное, коммуну надо отдать. Маску отчаяния. У нас, кстати, вообще что-то без всего бегает. Меньше, конечно, золота будем получать. Зато он покрепче станет. Он серьезный какой молодой человек. Маска отчаянию вообще ему нормально подходит. Нам сделали комплимент. Но с тобой отношение у нас максимальное. У нас 1200 золота, кстати. Визжащая могила, это что такое? Нет. Так, прочие ресурсы, предметки есть, интересно. Тяжелый арбалет, арбалет рикошета, посох волхов, ничего интересного. Да нет, как бы максимально отношение. А вот визжащую могилу он взял. Серебряное чудо, молодец. Молодец, что ты скажешь. Темное логово сейчас он еще возьмет, бронзовое чудо. Это кто такой? Рыцарь-тиран. Ух. Серьезный дядька. Нас оскорбили. Это понятно, это война. Это тоже ничего-то не очень. Так, основали форпост. Это хорошо. Основали форпост. Мне нужен здесь лагерь рабочих. Очень нужен этот лагерь. Да, конечно, на отшибе получится у нас этот город. Но что поделать. Золотое чудо нам это нужно. Здесь форпост основан. Тоже строимся. Но здесь как просто подкачаться надо. Я не знаю, они чемпионы. Станут легендами. Сильно ли это мне силы прибавит? Не знаю. Ну, в 1000 я думаю, что выйду. А тут 1440. То есть тут в любом поддержка нужна. Чтобы вот эту дрянь одолеть. Поддержка в лице кого? Это главный вопрос. 874. Давай, гони вечным покоем. Ну, можешь, конечно, пару паучков вот этих сюда отправить. Давайте, наверное, так и сделаю. А вы тусите здесь в городе. Мораль, так сказать, наращивайте. Так, святилище солнца. Плюс житель. Еще я хочу. Я бы, на самом деле, вот сюда хотел идти, чтобы дорога какая-никакая появилась. Поэтому давайте я пойду вот сюда. Поставлю ферму. Мини-кабанчик. Так, мини-пига мы распускаем. Лощина рассвета. Как много у меня денег. Какая красота. Лощина рассвета. Ну, кот продолжает быть гвоздем этой серии. Он упал с подоконника. Что-то упало вместе с ним. Песня. Так, ладно, обелиск маны. Много здесь. Хотя нет, немного производства почему-то. Ну ладно, не почему-то, просто быстро строим. Так, святилище. А, еще одно. Блин, я вас жителей, что ли, не добавил, когда. Ай. Забыл я, получается, про этот город. Но опять-таки я хочу вот сюда. Только знаете, что я хочу? Можно здесь лес посадить? И хочу здесь посадить лес, чтобы лесопилки ману и знания давали. Вот так вот. Что? Паучару. Ну, паучару опять-таки мы распускаем. Так, вы сюда, вы сюда. Ну, и здесь будет полноценный стек, получается, у нас сейчас. Причем, знаете, надо как сделать? Оп, скидочка. Ладно, здесь пока не добегаем, окей. Что по постройкам? Так, ну здесь надо купол ставить.
цвета. Город побольше стал. Ну да, деньги на самом деле золотого чуда нам чуть-чуть руки-то развязали. Сиракури Академия. Золотой башни, гильдия фермеров строится. Ух, конечно, еды будут просто миллиарды. Это не может не радовать, а стабильность города, кстати, слабенькая. С древними губернаторами. Ну, площадь очень большая. Уж ничего не поделать. Ну, здесь вот этот нужно, святилище солнца ставить. Плюс 2 к стабильности. За каждое население, то есть это плюс 32 к стабильности сразу станет. Это очень... А, тут еще и бани нет. Ну, понятно. Тут еще и бани нет. Райские сады, кстати, есть. 10% пищи в городе превращается в ману. Ну, плюс 16, грубо говоря, будет. Но это надо куда-нибудь вот сюда втыкать, где луга есть. Ладно, пускай пока строится. Так, дракошка. Ой, дракошка, тут у нас что-то уже лишнее нарисовывается, да? Давайте одного варга тогда распущу. Вот так вот, будет у нас полный стек здесь. Так, здесь, можно еще что-нибудь покопать? Можно, значит копаем. Видите, какие интересные штуки можно раскапывать. Кроме шуток, город бы здесь интересный получилось. Правда, проходов нет. Но сам факт того, что здесь и шипящая нора вам, и два источника маны, что это и железо, и арканитовая руда, и еще золото. Вообще красота. Очень богатый регион. А, здесь что делать? Договор о взаимопомощи через 4 хода. Благосклонный заход плюс 1. Героиня, ну блин, нарушение границ 3 раза я тут прошел. Ну что же вы так меня не очень. Ну а здесь надо как-то выбираться, получается. Может, конечно, здесь тоже воткнуть этот свой аванпост под змеиную пещеру, так сказать. Ну не знаю, давайте лучше покопаем. А у вас здоровье почему не восстанавливается? Типа в снегах? Блин, это плохо. Это очень плохо. Так, у вас что? Ну ладно, ребят, давайте, наверное, на этом моменте закончим. Ауроподит в следующей серии накажет вот этих ребят, которые на быстреннике заседают. Уже будем дальше думать, что делать. В принципе, он очень далеко от нашей основной территории, этот самый Ауроподис. Но как ни крути, здесь вот у нас еще один стек есть. У нас, по сути, сейчас тут стек под землей. Сколько у нас под землей? Один. Да, 3 стека подземных. Один, правда, немножко зажатый. Ну, что поделать. Первозданный город. Название-то какое придумали. Первозданный город. Ну, этот отряд, соответственно, должен здесь вот сейчас пошурудить. В идеале, конечно, драконов бы докачать до полноценного размера. И, ну, тогда этот отряд безумным по силе станет. Пока он такой, средненький. Маг, конечно, здесь сильный. Но дракошки... Дракошки пока слабоватые. Ладно, ребята, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.